Павел Прилучный впервые прокомментировал свой роман с Мирославой Карпович. Она потрясающая девчонка. Еще прошлым летом появились первые слухи о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Однако официально свои отношения пара не подтверждала до последнего момента. И лишь в недавнем интервью журналу ОК 33-летний актер впервые откровенно рассказал о своем романе с 35-летней актрисой. «Мирослава – потрясающая девчонка. У нас очень хорошие отношения. Мы оба с опытом. Я взрослый, она взрослая. Но все равно я ребенок. Так или иначе все мужчины – дети», – сказал Прилучный. Другими подробностями своих отношений с Карпович Прилучный делиться не стал. Но говорят, что пара уже живет вместе. Правда, сам актер утверждает, что живет с мамой. Новую возлюбленную Прилучный познакомил с детьми. У него есть 8-летний сын Тимофей и 5-летняя дочь Мия от бывшей жены Агаты Муцаньеце. Прошлым летом они также вместе отдыхали в Крыму. Актер отметил, что его дети Скарпович отлично поладили и любят проводить вместе с ней время. «Это чистейшей души человек, который знает, как себя вести с детьми, и мои ее обожают, они с ней занимаются», – сказал он. Напомним, что о расставании Павла Прилучного и Агаты Муцаньеце объявили в начале прошлого года. В браке они прожили 8 лет. Их развод не был тихим и сопровождался скандалами. Бывшего мужа 32-летняя Муцаньеце обвиняла в домашнем насилии и алкоголизме. Сам Прилучный, впрочем, считает, что они с экс-супругой сохранили хорошие отношения, а то, что пишут о них в СМИ, неправда. Почему мы решили с Агатой развестись? В какой-то момент поняли, что у нас разные цели. Мы очень долго пытались все сохранить. До того, как развелись, уже год вместе не жили. А потом решили, зачем ругаться постоянно друг с другом, если кому-то нужно одно, а кому-то другое. Мы, конечно, старались ради детей сохранить семью, но поняли, что так жить невозможно. Сейчас у нас с Агатой замечательные отношения. Я вообще не понимаю, почему выходят всякие всплески эмоциональные в интернете. Мы нормально общаемся. Дети наши счастливы, сказал он в интервью. Появился ли у Муцаньеце новый возлюбленный после развода с мужем, неизвестно. Но не так давно ее засняли в компании мужчины, с которыми ее якобы связывают романтические отношения. По словам друзей актрисы, он лицо не медийное, а сама Агата пока не спешит делиться подробностями личной жизни. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии под видео. А также жмите на колокольчик и получайте уведомления о наших новых видео. Впереди еще много интересного. Благодарим, что вы с нами.